Пока мы помним, мы живем. В областном музее аллеи Молдогуловой состоялся тематический вечер, посвященный 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Мероприятие было посвящено памяти солдат, которые выполняли свой интернациональный долг. Гостями вечера, помимо ветеранов афганской войны, стали студенты Актюбинского университета имени Жубанова, учащиеся военно-технической школы и ученики средней школы номер 27. Был продемонстрирован тематический фильм. Представители областного центра народного творчества показали различные номера. Но самое главное, молодое поколение в свободной форме могло пообщаться с участниками конфликта. Напомним, что в сражениях афганской войны приняли участие более 1500 актюбинцев. 26 человек погибли, а один числится пропавшим без вести. Четыре основные задачи для афганцев. У нас такая просьба, требование, как говорится, мы просим обеспечить жильем афганцев. Вот у нас по Актюбинску осталось около сотни, которые не имеют жилья. Потом санаторно-курортный, с возрастом сейчас у всех очень много заболеваний уходит, и ранения, вот это все сказывается, вот почему у нас много ребят умирает только из-за этого. Потом добавка госпитспособий, у нас сейчас 16 тысяч, мы вот ветераны войны получают до 43, мы хотя бы 30 просим. И выход на пенсию в 60 лет.